18.55 на 562-м километре по дороге Киев-Харьков-Дожанский, рядом с поселком Чкаловская, Чугуевская района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-21-15, гражданин России, 88-го года рождения, ехал в направлении города Изюма. Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение идущим в встречном направлении микроавтобусом Volkswagen Т4 под управлением водителя 55-го года рождения. В результате ДТП в Чугуевскую больницу обратились 4 человека. Женщина и 3 мужчины, которым была медицинская помощь, и были отпущены домой. У всех были ушибы. Автомобили получили механические повреждения.